У меня тут произошла смена рабочая. Теперь делается обвязка сва и каркас. Каркас будет металлический. Но здесь пока мы видим только сваи. А вот на них уже обвязка сделана. И, собственно, сам каркас будет. Потом будет довозиться дерево и добавляться деревянные стенки. Но, собственно, в этот раз будет смешанная такая конструкция дерева с железом. Стопом, радуешься? Эу! Эу! Чего вы там нашли? А, водичку. Конечно, так вкуснее. Сегодня собакам перепало, так у них в основном в рационе это корм, но иногда я даю курицу целиком, чтобы поработали челюстями. Что перепадет, там Ксюше надо бараньи голову притаскивать, что-нибудь еще. Я вот им в качестве развлечения даю. Кошки ждут, чтобы их покормили, но у них еще не растаяло. Собакам как бы все равно, кошкам дают чуть попозже. Довольные, работают. Но так вообще у них, конечно, это сухой корм основной. Это так и развлечение. Только на мясе как бы собак держать нежелательно. Манечка такая некрасивенькая сейчас. Ну, сейчас меня заругают подписчики, в смысле, она линяет. Надо будет ее общипать. Мара еще не ушла в линьку, а Маня уже ушла в линьку. Раздолью собачек. Икун такой в стороне следит, он бдит. За порядком. Чтобы никто ничего ни у кого не отнимал. Да, Кун? Бдишь? О, красавец, кот загорает. Нюнь-манюнь. Нюня-манюня. Такие увлеченные кот. Ты самый увлеченный. Ну, давайте посмотрим, что у нас по стройкам. По стройке у нас уже каркас. Каркас, как я говорила, будет смешанный железо с деревом. Вот, собственно, сейчас железный каркас делается. Подкусины стоят. Я, честно, не могу сказать, что тут правильно, что нет, потому что с железным каркасом я не сталкивалась. По деревянному мне еще все понятно, а по железному, если честно, не очень. Но говорят, что профессионалы работают, поэтому бригадир говорит, что все хорошо. Вот. Такая красота. Дом, напоминаю, что второй этаж будет такой же, как вот и в том доме. Этаж, треугольная крыша просто. И должны уже скоро завести дерево, и будет каркас, получается, из дерева и из металла. Сейчас металлическая часть. Тоже не очень быстро делается, но вроде как у них долго вот эта обшивочка шла, а сейчас как-то уже побыстрее все пошло. Либо просто более заметно для меня. Так, там септик уже готов. В общем, все уже сделали. Красота.